Реально ли преуспеть на работе и при этом не обделить вниманием домочадцев? Вполне. Главное – правильно организовать свое время. Это не так уж и просто. Существует тайм-менеджмент. Самым важным и эффективным принципом этой технологии научит книга Натальи Еремич «Тайм-менеджмент для женщин. Как все успевать». Читательницы узнают, как можно одновременно вести успешный бизнес и готовить невероятно вкусные ужины. Книга очень полезная. Хочу успевать все и везде. Теперь представляю, как это сделать. Почитал и подумал, как женщине столько дел переделать? Это же так тяжело. Проще родиться мужчиной. Эта книга – настоящая библия тайм-менеджмента. Всем новичкам советуют начать постигать азы управления временем с нее. Именно она легла в основу одной из самых известных техник тайм-менеджмента под названием GTD. В книге простым и понятным языком описано, как хаос повседневных дел и задач превратить в упорядоченную систему. Все представленные методы прекрасно работают, несмотря на их простоту. Я под впечатлением. В последнем издании много внимания уделено работе с цифровой информацией, так что книга стала еще более актуальной и полезной. «Мастер времени» – бестселлер одного из самых известных мотивационных спикеров в мире. В книге он делится эффективными методами управления временем и стратегиями увеличения личной продуктивности. Именно на ее страницах можно познакомиться с такими техниками тайм-менеджмента, как «Закон трех дел», «Метод АБВГД» и «Упражнение 10 целей». Эта книга – отличный мотиватор. Если вам не хватало волшебного пинка, чтобы наконец начать разгребать кучу накопившихся дел, то вы его получите. Автор обильно приправляет теорию интересными примерами и своими наблюдениями. Я считаю, что она должна быть в библиотеке каждого человека.